В Ивановском областном театре кукол не совсем обычные зрители. Наряду с малышами, для которых и был поставлен спектакль «Как лиса медведя обманывала», в зале юные журналисты, участники международного форума «Медиашкола». Конечно, очень большая нехватка людей, которые могут грамотно рассказать про театр, написать про театр. И мы возлагаем очень большие надежды на этих ребят. И вот перед спектаклем, глядя в их умные глаза, я поняла, что все-таки у нас очень хорошая молодежь, поколение такое думающее, размышляющее. И это особенно в год театра, это очень приятно, что вот на театры обратили внимание, тем более молодежь наша. В этом году тема конкурсных работ медиашколы «Открываем театр». Представители школьных телестудий в течение одного дня должны снять и смонтировать двухминутный сюжет. Корреспонденты печатных изданий написать тексты в таких жанрах, как интервью, рецензия, репортаж и сверстать выпуск газеты. Тема театра для меня достаточно близкая, поскольку с второго класса я занимаюсь в нашем школьном театре. И вот уже несколько лет подряд играю роль Бабы-Яги на всех утренниках. И это самая удачная моя роль. Поэтому тема театра очень близка для меня. Мы уже командой участвуем второй раз, но в прошлом году мы были на печатном, а в этот раз попробовали и в телестудии. И мы это делаем, потому что нам это очень нравится. Мы хотим показать себя, пытаемся участвовать во всех журналистских конкурсах, которые только есть. Ежегодно форум «Медиашкола» не только помогает ребятам открывать для себя что-то новое, но и предоставляет возможность определиться с будущей профессией. Не исключено, что кто-то из этих ребят в будущем станет театроведом или театральным критиком. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.